Бюджет города, пострадавший от пандемии, требует антикризисных решений. Несмотря на то, что несколько депутатов горсовета на больничном, народные избранники собрались на заседании, чтобы обсудить вопрос вывода казны из финансовой ямы. Но есть и проблемы текущие. Это завершение ремонтной кампании, проверки качества выполненных работ и такое радостное событие, как открытие сквера. Подробности в новом выпуске программы «Городские хроники». Заседание горсовета Мурманска началось с объявления: трое депутатов заболели COVID-19. Это Станислав Ланин, Тамара Прямикова и Ирина Андреева. Последняя на своей странице в соцсети поделилась этой нерадостной новостью с друзьями и подписчиками. Ирина Евгеньевна уже идет на поправку и ждет возвращения на работу. А тем временем ее коллеги-депутаты обсуждают бюджет. По словам главы города, самым трудным периодом для Мурманска стала весна, когда практически все замерло из-за режима всеобщей самоизоляции. Закон об изменении системы налогообложения, принятой областной думой, стал второй причиной осложнения бюджета. Буквально с марта по июнь ситуация была очень непростая. Потом мы начали выравниваться потихонечку, но, естественно, не достигли тех результатов, которые бы хотели. Но сегодня эта цифра прозвучит. Суммарные потери мы за 9 месяцев, за погоду, мы прогнозируем как 1,3 миллиарда. Это очень много. Уже разработаны меры по выходу из сложившейся кризисной ситуации. Некоторые из пунктов плана требуют обсуждения и доработки, другие уже реализуются. Например, принято решение об увеличении дефицита бюджета до максимально возможного. Эти затраты компенсирует областная казна. Мы уже понимаем, что получим не менее 424 миллионов помощи из областного бюджета. Мы с Андреем Владимировичем Чибисом этот вопрос неоднократно обсуждали в рамках рабочих совещаний. И эта поддержка, будем считать, так нами уже получена. По словам сити-менеджера, дополнительно необходимо получить еще не менее 600 миллионов рублей. Городские депутаты рассчитывают на поддержку правительства Мурманской области и в четвертом квартале этого года. Верстка главного финансового документа города – важная задача, которая, впрочем, остается многими жителями незамеченной. Большинство заботят вопросы приземленные, например, связанные со сферой ЖКХ. С такими проблемами чаще всего обращаются к главе города Андрею Сысоеву, в том числе во время прямой телефонной линии, которую организует газета «Вечерний Мурманск». За двое суток до начала прямой линии уже звонят, люди задают свои вопросы в нашей группе ВКонтакте. И что интересно, что вот когда Евгений Викторович был в Никуре не так давно, то есть прошло не так много времени, но на большинство вопросов, на которые уже удалось, мы дали ответы и на страницах газеты, и через социальную сеть. Я думаю, что так будет и в этот раз, и поэтому мурманчане верят руководителям города. Проблемы у мурманчан из года в год не меняются. Большинство сетуют на грязные подъезды, открытые подвалы с текущими трубами и другие беды, которые зачастую собственникам жилых помещений решать сложно. Вот и звонят с просьбами разобраться на прямую линию с опытным градоначальником. Такая прямая связь, она, конечно, очень важна для руководителя. По крайней мере, вот вопросы, которые сегодня волнуют людей. Именно сегодня. И, конечно, принимаются решения уже с другой скоростью. Еще раз повторяю, для меня вот это очень важно, именно с точки зрения актуальности проблем. Но звонят не только с проблемами. Некоторые жители высказывают предложения по улучшению облика областного центра. Иногда предлагают идеи новых скульптур, улучшения их микрорайона или же интересуются перспективой развития Мурманска в целом. Теперь про развитие. Проезд от улицы Лобова до улицы Алексея Хлобыстова станет в несколько раз светлее. Устройство наружного освещения здесь почти завершено. В нашем городе есть такой период, который называется «Полярная ночь». И понятно, что к уличному освещению у нас специальные требования, оно должно быть максимально эффективным в нашем городе. Действительно, очень серьезный кусок вот такой вот Ленинского округа, где по сути организовано освещение, так скажем, по новой. Работа выполнена большая, но есть серьезная задержка с вводом объекта в эксплуатацию. Жителям близлежащих домов до сих пор приходится ходить по неосвещенной улице. Все должно быть отработано совершенно четко. Процедура, она не менялась, она какая есть, такая есть. Поэтому сегодня мы вот пока услышали такие невнятные объяснения, но и заверения, в том числе, что в самые ближайшие дни освещение на этом участке будет все-таки включено. Я надеюсь, что так и будет.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся в Мурманске повсеместно, а ремонт выполняется по просьбам горожан. Хочется сказать о том, что мы рады, что такая работа ведется по замене наружного освещения. И хочется сказать о том, что она ведется точечно еще, да, то есть в рамках проекта формирования комфортной городской среды меняется асфальтовое покрытие, не только, да, устанавливаются детские площадки, но также еще и меняется наружное освещение. Освещение города – важная задача, выполнить которую необходимо до прихода зимы. Так, современные уличные фонари и светильники уже появились на Верхнеростенском шоссе и на выезде с проспекта Героев Североморца в сторону Фотской столицы. А вот на площадке рядом с домом номер 49 на Кольском проспекте работы по благоустройству уже завершены. Здесь есть все, чтобы стать новым местом притяжения мурманской молодежи. Для любителей покататься на доске, скейтерские трамплины и рампы, погонять мяч можно будет на футбольном поле с искусственной травой, а самым юным северянам понравится яркий детский городок с качелями и горками. Действительно, такое очень хорошее место для отдыха, и причем не только для семьи, но еще и для молодежи конкретно, потому что вот сейчас мы с вами стоим на территории, так скажем, скейт-парка, да? Это, пожалуй, вот, наверное, первый опыт у нас на таких вот придомовых спортивных площадках. Раньше здесь находился заброшенный корт, который был небезопасен. Теперь же территория превратилась в современную площадку, при обустройстве которой были учтены все нюансы, чтобы досуг мурманчан стал по-настоящему комфортным. Все, что было на картинках, все то, что людям нравилось, именно все то и реализовано. Я мог сказать даже больше. Подумали о том, что мяч будет улетать на проспект Польский, и забор сделали выше. Место, выбранное для строительства комплекса, оказалось не из простых. Микрорайон буквально стоит на сопках. Подрядчику пришлось убрать фрагмент скалы весом 25 тонн, чтобы устроить ливневый сток. Но такие трудности не помешали выполнить работу качественно и в срок. Мы работали не просто по проекту, который нам дали в руки, и мы, вот, читая этот проект, выполнили работу. Мы нашли все недостатки в проекте, мы посмотрели, что по факту на этой площадке в будущем может стать проблемой, предложили проектировщику и заказчику внести изменения в проект с учетом всех этих моментов. Радовать жителей универсальный комплекс будет как летом, так и зимой. Он стал 192-м в списке детских и спортивных площадок, построенных за последние годы в областном центре. Мурманск ремонтирует фасад детского сада номер 7. Проконтролировать подрядчика приехали глава города Мурманска и депутаты Совета депутатов. Стены уже покрашены, фасад утеплен, это значит, что в обновленном здании малыши будут чувствовать себя комфортно даже зимой. Увеличивается толщина стены практически на 14 сантиметров, это за счет утеплителя. То есть кроме того, что мы ремонтируем фасад, у него появляется совсем другой вид, по сути новый, это еще утепленный фасад. То есть мы решаем две задачи, эстетическую, так скажем, и энергосберегающую. Технология «мокрый фасад» применяется в нашем городе не впервые, поэтому сомневаться в ее надежности не приходится. Тем более, что подрядчик предоставил гарантию на свою работу. Как заверили меня подрядчики, гарантийные обязательства, если что-то пойдет не так, они оставляют право в течение 3 лет что-либо изменять. Подрядчик должен был закончить эту работу 15 октября по контракту, но как сейчас уточнили, они планируют закончить эту работу до 20 октября. Работы в этом детском саду начались еще в прошлом году, когда в учреждении заменили все окна. Такие изменения позволили создать еще более комфортную обстановку и уютную атмосферу для 250 воспитанников и их педагогов. Новым местом притяжения жителей Первомайского округа стал сквер на улице Копытова. Зона отдыха появилась в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды. Еще недавно здесь был лишь овраг, на дне которого протекал грязный ручей. Людям приходилось добираться до остановок общественного транспорта по единственной малоосвещенной дороге. Теперь эта заброшенная территория превратилась в полноценную зону отдыха. На стадии проектирования были учтены пожелания жителей. Ну, как пример, народная тропа. То, что мы сейчас видим, превратилось в хорошие пешеходные дорожки с видеонаблюдением, освещением. Раньше это было, ну, опасные участки для движения пешеходов. На территории сквера есть все условия для комфортного и разнообразного времяпрепровождения северян разного возраста. Это и велодорожки, и смотровая зона, детская и спортивная площадки. Для маломобильных групп граждан предусмотрены специальные качели и тренажеры. Такие перемены жителям района пришлись по душе.
Вот эта площадка действительно оригинальна тем, что она направлена именно на спортивное развитие детей. Поэтому им не просто так побегать, попрыгать, а они в игре, в творчестве могут развивать свои физические качества. Официальное открытие сквера еще не состоялось, но обновленная зона уже пользуется популярностью у населения. Но не все люди умеют ценить то, что для них делают. Мне очень важно услышать мнение мурманчан. Очень приятно сегодня выслушать было их слова благодарности о том, что появилась большая новая общественная зона, общественное пространство здесь на улице Копытова. Ну и, конечно, разочарование тем, что мы не успели еще ввести в эксплуатацию это общественное пространство, как уже вандалы разломали, да, качели для детей с ограниченными возможностями. Вандализм, он всегда меня возмущает. И знаете, даже вот, ну грустно становится. Ну, люди, ну что ж вы творите-то? А когда это еще для людей с ограниченными возможностями, ну, конечно, это вдвойне ответственно. Чтобы таких случаев было как можно меньше, большое внимание уделили видеонаблюдению. За порядком здесь следят 45 камер. Сквер на улице Копытова стал 39-й зоной отдыха, созданной в Заполярье за последние годы.